наиболее сложная ситуация идет сейчас в Братском районе, в связи с чем были мной уже приняты решения о переводе подразделений города Братска на двухсменный режим работы. Значит, туда передислоцирована специализированная пожарно-спасательная часть, потому что только за прошлый день у них было зарегистрировано 7 пожаров в лесу и 9 пожаров непосредственно в Братске. Практически до глубокой ночи, значит, пожарными отбивался огонь от пригорода Братска. Это Стениха, это населенный пункт Стениха, где была угроза перехода сельхозпала. Земли сельхозназначения, которые своевременно были не убраны, вот, и в итоге создали угрозу населенному пункту. Чтобы не допустить дальнейшего усугубления пожарной обстановки, развития, значит, первое. Мы призываем население максимально ограничить выход в леса. Значит, помните, что выход в леса запрещен. Второе – это использование открытого огня. В случае обнаружения загорания на малом очаге, безусловно, сообщать нужно в пожарную охрану. Потому что у нас очень много случаев, когда население видело палы, вот, но молча наблюдало за ними. Пока уже столб дыма не стал достаточным, чтобы какое-то должностное лицо именно определило и передало.